Я сподіваюся, що по поверненню після нашої програми додому ви все-таки зможете нівелювати усі ці проблемні ділянки, про які ми сьогодні так довго говорили. А я, в свою чергу, хочу сказати, що у Берегово, в наступному закладі, ревізор отримував сюрприз за сюрпризом. Хто і чим дивував Абрамова? Давайте подивимось. Ревизор в Берегово, и это отель «Жаворонок». Как зовут вас? Наталья. Наталья, вы администратор? Ну, скажем, старший, да. А прейскурант есть? Прейскурант вот там, где информация. Номер стандарта на комнату двухместный 400 гривен. Люкс двухкомнатный 990 гривен. Проживающим в отеле делают скидку на посещение бассейна. Ими могут пользоваться все проживающие? И не только проживающие, люди, которые у нас не проживают. Абонемент на целый день для проживающих в гостинице стоит 250 гривен. Для тех, кто не проживает в гостинице, такой абонемент стоит 300 гривен. В бассейне целый день сидеть нельзя, нужно периодически выходить. Почему? Это же термальная вода, но все-таки оказывает действие на организм человека. А кто это может проконсультировать? Ну вот есть какой-то врач, это медсестра? Здесь, к сожалению, у нас врача нет. Есть какие-то показания хотя бы, как часто нужно принимать эти ванны? Меньше 45 минут не можно. А, так все-таки 45 минут. Потом снова можно зайти. Потом снова. С вами как-то можно связаться из номера? По мобильному телефону. Здесь номер телефона. Угу. Гостиница отдельно указана. В стоимость номера за 400 гривен входит завтрак или нет? Сейчас входит еще в стоимость номера завтрака. А когда перестанет? Ну, дело в том, что мы меняем цену с майских праздников, поэтому завтрак уже будет оплачиваться отдельно. Как попасть в номер? Пожалуйста, я вас проведу. О, спасибо. Заходим. О, первое впечатление от номера очень приятное. Номер светлый. В классических тонах, много дерева. Давайте осмотримся. Посмотрим, что здесь за тумба и зачем она тут стоит. Тут две пустые полки. На полках чисто. А что за тумбой? Рыбья чешуя. Ну и пару каких-то мелких еще мусоринок, похожие на семечки. Если бы горничные отодвигали тумбу, но никакой рыбьей чешуи не было бы. Давайте посмотрим на шкаф. Шкаф монтирован в нишу. На верхней полке чисто. Вешалки всего две. Это мало. Давайте займемся кроватью. Ты, ого, какая постель. Не нравятся мне мелкие рыжие пятна в середине этого пододеяльника. Как будто йодом накапали. Эти пятна и вот здесь с краю есть. Одеяло внутри. Одеяло чистое. Мелкие пятна остались на пододеяльнике, на одеяло они, слава богу, не попали. Простыня из того же комплекта. Простыня чистая. Под простыней? Нет, на матрасника. Это плохо, на матрасник нужен. Что? Посмотрим санузел. Прям как в торжественный зал заходишь в душ. В стоке чисто, ни пыли, ни волос, вообще ничего. И по углам душевой кабине грязи, грибка нет. Головка душа вся в засохших каплях. А ведь ее должна горничная протирать. Смеситель чистый. На унитазе есть лента, почти подарочная. Была дезинфекция, давайте проверим. На сливном бачке чисто. Крышка чистая. В труднодоступных местах унитаз вытерт. Мусорное ведро. Вот оно, кстати, как-то жизнью побито. Ой. Слушайте, ведро же воняет, как пепельница. Лучше уже жить без ведра, чем с таким ведром. Наталья, вы здесь? Да. Вот это мусорное ведро у меня из ванной комнаты. Чем оно вам пахнет? Дело в том, что до вас жили какие-то клиенты, которые себе позволили в номере курить. Мы сегодня его убирали, проветривали, но, к сожалению, до того времени, как вы успели поселиться... Запах не исчез. Когда в нем меняла пакет горничная, должна была обратить на это внимание и вымыть ведро. Можно новое Согласна. Ведро для Вадима? Можно, конечно. О, ведро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут Надежда. Вы старшая горничная. Да. Это мое же ведро. Ваше. И оно все так же пахнет? Нет. Ну...
Ну да, стало пахнуть лучше. А где полотенце? Мы находимся в отеле «Жаворонок» в Берегово. Тут, прямо при отеле, есть бассейны с термальными источниками. В номере нет полотенец. Ни одного. Ни полотенца для рук, ни полотенца для ног, ни полотенца для тела, ни полотенца для лица. Ни одного полотенца. Вадим, давай позвоним на рецепцию, потому что нам же давали визитку. Заодно проверим сервис. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Первый номер не подошел. Смотрим еще. Есть винный подвал. Хочешь, туда позвоним? Сначала полотенце. Абонент размышляет. Администратор разговаривает по другой линии. В результате на телефонный звонок не ответила, а вызов сбросила. Давай третий номер. Что за визитка с телефонами, один из которых отключен, второй занят, а третий не отвечает? Послушайте, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Ради интереса, первый номер телефона наберем еще? Хорошо. Здравствуйте, это Вадим из 112 номера. Скажите, по какому номеру можно звонить вам на рецепцию? Вот я, у меня в руках ваша визитка. Я вас покажу. У меня в номере нет полотенец. Почему? Я не могу. Вот представляете, вот так. Я звоню, и вот я вам сразу звоню. Хорошо, прекрасно, спасибо. Спасибо, ждем. Вас как зовут? Вы принесли полотенце? Да. Почему? Забыла поставить. Вы давно здесь работаете? 4 месяца. Просто серьезно, первый раз тут. Спасибо, Ярослав. Ну что, все ушли. Та-та-та. А я остался один. Буду застилать постель. Ладно, спокойной ночи. До завтра. Доброе утро. Ну, что вам сказать? Кровать здесь удобная. Но на этаже слышны отдыхающие. Кто-то только что шел в резиновых тапках. А соседи у меня за стенкой ходили в 4 утра в туалет, и я слышал. Вы слышите шаги? Так что слышно все. О, теперь вышла уборщица с веником. Слышен веник? Идемте завтракать. Это 3 варианта завтрака, да, можно выбрать? Да. Давайте тогда мне третий завтрак с яичницей из 3 яиц. Он входит в стоимость проживания или нет? Давно входит, но сейчас его убрали. То есть я должен буду заплатить 50 гривен? Сейчас, да. Сейчас входит еще в стоимость номера завтрака. Давайте вы перезвоните администратору, узнаете, что происходит. Звоните. Как зовут вас? Ольга. Ольга, вы администратор чего? Ну, я, в принципе, бухгалтер. При заселении мне сказали, что завтрак бесплатный. Так. Сейчас Славик мне говорит, что с 25 числа завтраки у вас стоят 50 гривен. Вам по 3 повинні були дати адміністратор готеля талончик, і ви в нас харчуєтеся по талончику. Талончик мне никто никакой не дал. А, вот талон? Да. Вот такой вот. Завтрак на 2 человека, 29.04 дата. С обратной стороны печать. С горем пополам разобрались. Мы проверили отель «Жаворонок» в Берегово. Экстерьер. Отель стоит на термальных источниках. За их посещение нужно платить дополнительно. Чистота. Мой номер был в новом корпусе. И в нем чисто. Обслуживание. В номере не оказалось ни одного полотенца. Еще такого не было. Растерялась. Кто-то проверяет, как работает горничная? Да. Кто? Я, но я не успела больше номер зайти и проверить. А также
Я пытался связаться с администрацией с мобильного по номерам, указанным на визитке. Я дозвонился до рецепции только с пятой попытки. Как ваши гости могут связаться с вами оперативно? Администратор Оля, которая дежурила вчера, у нее телефон на две карточки, она не может сразу ответить на оба звонка. С вами нельзя связаться. Талончик на завтрак при поселении мне не выдали. На завтраке нам с трудом удалось разобраться, включен ли он в стоимость. Обучите ваш персонал. Как выходить из таких ситуаций без неудобства для гостей? Через неделю у вас начнется высокий сезон. И еще есть время устранить все проблемы. Но пока оставить рекомендацию я вам не могу. Резюме більш ніж красномовне. Давайте з'ясуємо, що ж трапилося з персоналом готелю того дня. Зустрічайте адміністратор готелю Наталя Грищенко і менеджер ресторану Ольга Ващук. Добрий вечір. Пані Олю, пані Наталю, розкажіть, будь ласка, чому у вас така плутанина вийшла зі сніданком? Справа в тому, що у нас вийшла така плутанина. По-перше, офіціант новий. Він просто побачив ревізора і дуже злякався, розумієте? Я розумію, таке традиційно буває. Ви вже не перший заклад, де новий офіціант боїться ревізора. Ми просто самі побаїмося. Лякається. Були випадки, коли офіціантам після візиту ревізора викачували яйця. Бабки реально приходили і казали, дитино, тобі пороблено. І що, і офіціант злякався, і вирішив трошки переляк компенсувати грошима. Покалядувати. Ні, ну у нас сніданки входять в проживання, так що ми покращили сніданки. Вони зараз входять в проживання? Їх входили і входять в проживання. Входили? И входят в проживание. Простите, пожалуйста, вы обе нам на съемках говорили, что у вас меняется система, и с 25 числа за завтраки нужно будет платить отдельно. Ну, это было такое решение, но потом мы поменяли, потому что мы работаем для клиентов. Я когда это слышу, мне просто такое, потому что мы это на вас так ревизор подействовал, что вы решили поменять, да? Нет. Нет? Как вам сказать? Хотели сделать лучше, но вышло гирше, как всегда. У нас была новая администратор, яка працювала месяц. Вона сказала, что сніданки недоречно давать, это невыгодно для фирмы, треба відмінити. Ну, не всі були. А що ти приймаєте рішення адміністратора? Ну, так попала такий час, розумієте, що якраз і приїхав ревізор. Я перепрошую, ми говоримо, ви кажете, що у вас була інша адміністратор. Так. Адміністратор чи управляюча? Адміністратор ресторану. А відколи адміністратор ресторану приймає рішення про сніданки для тих, хто проживає в готелі? Ну, як вам сказати, власники хотіли покращити сервіс, розумієте? Чекайте, я перепрошую, Іра, ми говоримо зараз про сервіс і кажу дівчата, що все робилось для покращення сервісу. Ви можете мені пояснити, як управляюча готельного? Я взагалі от ці всі речі так слушаю умільно і думаю, як же це об'яснити взагалі здоровому чоловіку? Ну, тобто я правильно розумію, приходить адміністратор ресторану до управляючого готелю і каже, дивись, ви годуєте людей в нашому ресторані за рахунок загального проживання. Так от, може вам це і подобається, але нам ні. Типа свободне. Нам треба кеш. Да. Так що пусть ваші приходять к нам з налічними. Коли ви поміняли те правило перед заїздом ревізора, так? Ні, які люди проживали ще до кінця місяця, так. Вони попередньо постеляли, ну, бронювали номера. Ми їх ще повинні були кормити. А де би це написано? Стоп. Тобто, люди, які заздалегідь забронювали номера, і до кінця квітня місяця, якщо вони поселялись, то сніданки їм були враховані. Так. Ну, тоді я перепрошую. Я не знав, використовувати це на програмі чи ні, але нас журналісти дуже такі гарні, хлопці і дівчата на страсях за ревізором. От що ми знайшли в інтернеті. Будь ласка, виведіть мені скріншот з тим повідомленням.
Так, будь ласка. Забронювали з сім'єю 21.03.16 на 3 доби, з 26 по 29 квітня проживання. Адміністрація наголосила, що вартість входять сніданки, але на 2 особи та проживання 4 особи. Яке було наше обурення, коли, приїхавши 1300 кілометрів, коли на рецепції готелю нас попросили доплатити за дітей по 140 гривень за добу, та шокували новиною про відміну сніданків, які входили в вартість проживання на момент бронювання. Тобто ви мені зараз кажете перед всіма людьми, що ті, хто забронював попередньо, мали мати сніданки включені в оплату за номер, а люди пишуть, що заїхали з 26 по 29 і їм на рецепції пояснили: «Бензе здраве, грайці марш, юж паранню по коханню, але треба платити за сніданки». Так було. І коли люди бронювали номер за 800, їм ніхто не сказав, що треба буде ще за дітей 140 доплачувати. І що кажуть люди? Ми були втомлені з дороги і вирішили згодитись на нові в лапках умови. Не попадіть, як ми. То де, перепрошую, правда? Ну, я вам правду кажу. І так ви мені було. Правду кажете, правда, так і а ми взяли і от знайшли десь просто так. Ну, це правда, так і було. І це... ми з 1 травня... З 1 травня ви відмінили сніданки, вони стали платні. Але люди до вас заїхали з 26 по 29 квітня. Тобто за днів 4-5 до Пасхи. Та, бо Пасха була 1 травня, ви якраз на свято відмінили людям сніданки. То прекрасно. Всі б'ються крашанками, нашу їм сніданки, можуть їсти яйця. Ви відмінили їх. Це не офіціант помилився. Це ви мені зараз просто в очі кажете якісь не дуже хороші речі. Пані Цоцка, питаюся вас як юриста. Чи має право адміністрація готелю змінювати попередні умови якогось там договору? Та людина забронювала номер в готелі на певних умовах. Це є договір? Сережа, ну, вопрос в том, забронировала как? По телефону или есть какое-то подтверждение о бронировании? Вот у вас есть такое понятие, как подтверждение о бронировании, которое печатается, да, правильно, и отправляется... Ира, ну еще такой вопрос, как репутация. Если достигли договоренности... Как кто с кем достиг? Пока что мы ничего не знаем, кто с кем допустим, достиг. Допустим, здесь мы видели о том, что была еще и оплата за одни сутки. То есть мало того, что бронирование, оно было еще предоплата за одни сутки. И поменялись условия при приезде. И поменялись, клиенту сообщили, гостю сообщили уже при приезде о том, что вот такие произошли изменения. Но если у людей было подтверждение... Да. Информация на сайте есть? Да. Информация о том, что входило, до какой период и когда произошли изменения? Дело в том, что сейчас у нас работает новый сайт. То есть вообще обновленный новый сайт. И того старого сайта уже не существует. Вот Ира очень правильно, я просто хочу в плане совета. Ира очень правильно сделала замечание в том плане, что в случае, если отель не дорожит своей репутацией и скажет клиенту, я не знаю, кто вам обещал что по телефону, и захочет отказаться от каких-то обязательств, которые он обещал гостю при бронировании, здесь очень важно... Когда вы бронируете номера, постарайтесь какой-то документальный след оставить. То есть подтверждение брони, предоплату, скриншот информации с сайта, переписка, допустим, по имейлу с Наташа, гостиницей. Если документ есть, то это подтверждение того, что действительно существует договор. Да. Даже если он там в устной форме, то в любом случае делается бронирование, которое остается у вас в компьютере. А что делать в такой ситуации, когда есть, к примеру, чек на оплаченное проживание, в котором указано проживание в отеле «Жайворонок» 700 гривен, но строчки в чеке про то, что входит завтрак или нет, нету. Зато очень информация просто, есть на сайте. Анечка. Завтрак входит в стоимость. Очень но сейчас просто. Мы узнаем, что сайт поменялся, информация о завтраках там уже нет. Я бы на месте этих клиентов попросила, когда им выдают чек об оплате, предоставить прейскурант. А в прейскуранте цен... Там все внесено, то есть что входит в прейскурант, он же с печатью идет предприятие, о том, что реально входит в стоимость. Есть ли там завтрак или там его нет? Слухайте, особисто мене зацікавила, знаєте, ще яка історія? Історія з термальним басейном. Відвідування у вас платне, погодинне, так? І кожна... От просрочена хвилина – це 1 гривня доплати. А яким чином ви фіксуєте
перетяг по часу. Електронна система. Електронна система. Браслети? Так. Тобто людина на виході, зчитується браслет, і, наприклад, людина заплатила за годину, окей, але в неї година 5 хвилин, тобто 5 гривень треба доплатити. Так. І як працює система? Думаю, що добре. Працює, так? Так. А якщо, от, наприклад, людина, ну, трохи десь там послизнулася, затрималася на пару хвилин, виходить і кажуть, давай ще гроші, а в людини грошей нема. Що тоді робиться? Відпускають та йде. Відпускають та йде. Це ваш варіант відповіді. Це ви посвячена пісня, як я на Ельзі, відпусти. Да. В нас є скріншот відгуку. Ресурс.com. Я не бачу дату. Июля. 3 июля. 3 июля 16-го року, тобто 13-те, да, июля? Ну, коротше кажучи, липень... Перша половина июля. Липень цього року, випадок свіжий, просрочили на 10 минут, пише людина. У нас не оказалось денег, просили отдать сережки. Значит, стали угрожать, обзывать, кричать, муж вышел на улицу с двумя детьми, перепугались дети, плачут, орут, охранник запер дверь на ключ, не пускал, отдайте, говорит, золотую сережку вместо 30 гривен. Милиционеры говорят, что их вызывают сюда регулярно. Пані Цоцка, мені здається, чи це пахне побутовим рекетом? Это, я даже не знаю, здесь коктейль. Если то, что здесь написано, правда, то отдай сережку взамен, ну, это вымогательство. Я, ну, не знаю, это можно грабеж. Это ломбард. Як залог, чи як це? Да нет, ну какой это залог, Сереж? В любом случае это незаконно, это уголовно наказуемо. Я не могу понять, в чем проблема. Если это гости вашего отеля, и возникла какая-то, ну, извините, у человека банально, который купается, в трусах нет кошелька или нет возможности взять какие-то дополнительные деньги. Там не указано, деньги. Я сейчас, короче, не дочитывался. Это может быть включено в счет. Если же это не гости, а люди со стороны, имеют, да, право, люди со стороны, получить доступ к вашему бассейну. Такое поведение охранника, ну, в любом случае, тогда вызывайте милицию, вызывайте правоохранительные органы. Да, человек, который не соблюл со своей стороны условия договора и не оплатил услугу, которую он получил, тоже не прав. Это гражданско-правовая ответственность, то есть он обязан возместить. Но для этого есть определенный порядок разрешения данного гражданско-правового спора. Будьте добры, подавайте в суд на данного человека, взыскивайте задолженность. То, чем занимается охрана, это вымогательство чистой воды, либо же, если пытаются это, не дай бог, как-то физически снять, это вообще грабеж, тогда вызывайте полицию. Все. Миша. Доведем ситуацию до абсурда, чтобы было понятно, о чем идет речь. Помнишь, когда один из римских императоров, если мне не изменяет память, это был Нерон, стал взимать плату за посещение отхожих мест. Так, гроши же не пахнут. Его сын спросил его: папа, тебе не стыдно? Послушайте, очень хорошо поставить такие тайминги на туалете, ввести нормативы посещения туалета в номерах и за каждую минуту пребывания лишних в туалете поставить электронный счетчик, взимать деньги. Деньги не пахнут. Ні, насправді мені здається, що взагалі не проводиться робота, ніякі тренінги з персоналом, який працює. Ну, бо відверто, така от поведінка охоронця, це, ну, нас в Києві таких людей називають тітушки, вас таких називають на Закарпатті йовбаки, якщо я не помиляюсь, так? Йовбаки! Вторая буква? Я тобі потім розкажу. Там є на Закарпатті і свої герої. Просто дивіться, як працює ваша система і чи це була якась випадкова огріха, поїхала перевірити наша журналіст. У нас є практика відправляти таємних покупців на місця, які пережили ревізію Абрамова. Давайте подивимося, що нашій журналісті вдалося зазняти. Термальні басейни, жарова рука. Добрий день. На годину 120 гривень? Так. Ага, добре. І нам з шавкою. По одній годині на особу. Так. Два шкафчики. Угу. У нас буде година рівно, правильно? У вас буде годинка 10 хвилин. Добре. Після години 10 хвилин вас буде зарплата, одна година, одна година. Часу ви почуєте самостійно. Добре. І час вашого починається. Мені дали електронний браслет, він фіксуватиме час, який я проведу на території комплексу.
також відмикає шафку для зберігання речей. На території комплексу під відкритим небом є великий басейн із кремнієвою водою. Водичка тепла, 26-27 градусів. Але пірнати не раджу. Очі виїдає гірше за воду із хлором. Трохи далі є три басейни із термальною водою. Один критий і два відкритих. Вода у них відповідає температурі тіла 36 градусів. Плавати у ній приємно, наче у теплій ванні. Тож я не помітила, як пройшов час. Ну, майже не помітила. Якщо пам'ятаєте, я заплатила за одну годину. Але пробула я на території термальних басейнів на декілька хвилин довше. Зробила я це умисно, адже зараз я скажу, що не маю при собі грошей, щоб розрахуватися. Мені цікаво, як відреагує адміністрація. А, будь ласка. 6 гривень доплата. Так я ж все заплатила вже. Ну, ви довше були, ви на годину зайшли. Все, що довше. Я просто гроші з собою не взяла. А якщо я збігаю, зараз повернуся, принесу вам. Тільки принесу, будь ласка, 6 гривень. Добре. Угу. Що? У вас оплата там. Я знаю, ми гроші в машині зараз візьмемо і прийдемо. Це ви так за ці 6 гривень нещасних всіх супроводжуєте? А? Свої гроші, вам не годить. А, свої гроші. А що, доводилось? Так. На дачі мілки? Як не треба. Ось, бачите, не втекла я. Дівчинка, впевнений в своїй роботі. Та я розумію. Ну, якщо вже людина, мабуть, платить 200 гривень, то що вона втече за 6 гривень? Да. Але не два. А, то часто буває. Ну, ясно. Ось, сідніть, будь ласка. Наша журналістка мені розказувала, що вона ще з таким пафосом ніколи не ходила за 6 гривень. З особистим охоронцем, люди добрі, абсолютно за доступну ціну, за 6 гривень. Я не знаю, чи це охоронець, чи конвоїр, але сам факт, ви як на це от зараз реагуєте, дівчата? Ми дуже, як вам казати, в шоковому стані. В якому стані? Тому що ми приїдемо, докладемо власникам. Розкажемо про цей інцидент, ми, наприклад, не знали, і будемо виясняти. Розумієте? Ви знаєте, мені здається, що ви знали, тому що коли охоронцеві кажуть, що він каже, не хочу свої докладати, а йому кажуть, що були випадки, він каже, так. Це означає, що та вся електронна система фіксує час перебування людей, час, коли вони понаднормово перебувають, і якщо сума коштів не співпадає з тими хвилинами перебору за добу, я так розумію, що це компенсують охорона, адміністратор, там рецепція, хто завгодно. Хто завгодно, тільки не те, що ви мені сказали. Якщо в людини там пару гривень не вистачає, то хай йде собі. Не йде, людина йде, але в супроводі здорового бугая, який йде прослідкувати, щоб ті 6 гривень не виросли в них ноги, такі гарні, як нашої журналістки Насті. Є ще просто одна претензія, яка була висловлена ревізором, це поганий зв'язок з рецепцією. Ну, вірніше, відсутність цього зв'язку. Так, поясніть, а чого до вас неможливо додзвонитись? А чи нет телефона, знову ж? Об'ясніть мені. Дело в том, что это новый корпус. В этом корпусе еще телефоны не установлены. Они будут со временем установлены в каждом номере телефон. А цена одинаковая за номер телефона, за номер без телефона? А у нас еще нет телефона в номерах. Знаете, я честно, вот когда я такие вещи слышу, для меня это вообще нонсенс. А представляете ситуацию? Поселился у вас гость в номер. И умер, инфаркт, и не дозвонился к вам на рецепцию. Умер с трубкой в руках, умер, с вашим номером. Нет, там нет телефона. Нет, ну Миша, все бывает на самом деле. Такие прецеденты бывают. И дальше у вас уголовные дела,
и так далее. Зачем вам это надо? Что сложно купить телефоны, установить их в номерах? Но телефоны не устанавливаются за один день. Так вы гостиницу уже открыли, пожалуйста, дорогие мои. Сколько у вас номеров? Вы открыли гостиницу, ей управляете на данный момент. За 34 номера телефона можно установить за 5 часов. Это же внутренний телефон. 34 номера. Послухайте, так насправді ж була очевидна проблема. Абрамов телефонував вам на 3 номера, так? Нам дали візитку на рецепції з 5 мобільними номерами різних операторів. Ми не змогли дозвонитися адміністратору з 4 попиток. 3 раза мы не могли попасть. Один номер был отключен, вторая линия была занята, наш звонок сбили, и администратор продолжил говорить, видя входящий номер, продолжил говорить по другой линии. На 3-м номере не брали трубку, на 4-м номере вот беседу вы слышали. Скажи, пожалуйста, что может трапитися, чтобы администратор взял слухавку? Справа в тому, що адміністратор телефон на 2 карточки. Звичайно, якщо вона говорить по одній лінії, то вона прошу не може взяти. А на що ви пишете 5 різних номерів, різних операторів? Там під кожним номером підписано рецепція, лазня. Я не знаю, якщо ви даєте 5 різних номерів, то може нехай у вас буде 5 мобільних телефонів? Аня, вот можем... я не знаю, о чем мы говорим. Сидят две дамы, которые вообще не понимают, что такое хоспиталити. Вообще, априори. Вы сейчас не правы. Ну, девушки, я не права. Вы просто вообще априори не понимаете, каким бизнесом вы занимаетесь. Знаете, дали вам красивую гостиницу, как ею управлять, сфера вообще услуг, не понимаю. Она подразумевает, что вы, у вас ваш гость, клиент, посетитель, он покупает эту услугу, но вы должны ему дать еще на чуть-чуть больше, чтобы он к вам вернулся. Он не может быть уйти разочарованным или обиженным. Он должен уйти с чувством собственного достоинства и получения удовольствия. И без денег. И с бажанням повернутися. Да, Ира, это наша, это бизнес-задача. Когда клиент уходит довольный и без денег, это значит мы сработали правильно. Конечно. Еще больше рекомендовать вас, еще больше оставлять денег, и оставляет он деньги с удовольствием. Правильно. А у вас получается, что вы сами у него забираете. Он это делает без удовольствия. Да, он уходит без удовольствия, с осадком, что вы его обманули. Может быть, это не так вы хотели, но это так выглядит. Дело в том, что гостиница, этот корпус, в котором попала Абрама, это вообще новый корпус. Какая разница? Какая? Простите, пожалуйста. Нет, мы ходили, в другой корпус. Ласка, мы дайте, смотрели, как живут люди в стандартных дайте номерах. Дайте возможность дать ответ. Дело в том, что в гостинице только проходит становление и коллектива, и правил, и всего остального. За один день воспитать коллектив и правильно... Послушайте меня. Вы один у меня день такая работаете? Подожди, Наташа. Вот такая ситуация. У вас есть дети? Да. Не дай бог... Не вашему, какому-то ребенку стало плохо. И вы попали в прекрасную новую больницу. И ребенку оказали неквалифицированную помощь с текстом такого, как вы мне сейчас говорите. Что врачи учат. Врачи учатся. Сразу а коллектив... равнять врачей и... А в чем разница? Какая разница? Какая разница? А почему вы обучаете свой персонал за деньги потребителя? 100%. Я зараз хочу зробити, я перепрошую, і обучайте безплатно. Я хочу зробити невеличкий експеримент. Я хочу зараз дотелефонуватися на рецепцію у ваш готель. Я, панове, я приймаю ставки. Хто вважає, що я дотелефонуюся туди і там візьму слухавку, аплодуємо. В межах 83 дБ. А хто вважає, що я не дотелефонуюся, аплодуємо. Ясно. В принципі, ваші ставки прийняті, панове. Можна мені телефон? Виведіть мені, будь ласка, на екран номер телефону рецепції. 095-305-42-61. Все, я покажіть, я все правильно... Набрав, так? Все правильно набрав. Саме той номер. І я вимкну динамік. Алло, гуртезайгору. 7 днів. Друзі, не все так погано, як здалося. Нам вдалося дотелефонуватися. Я вас всім вітаю.
Я дуже сподіваюся, що у вас після відвідин страстей за ревізором з'явиться бажання міняти ситуацію у готелі, який, ну, реально, ну, потенціал є. Конечно. Тому що великий готель, тільки більше. Корпуси є, є той басейн термальний, ну, є, є все для того, щоб заробляти гроші з задоволенням не тільки для себе, але й для тих людей, які приїжджають. І...